В поселке Ленинкент состоялся велопробег под лозунгом «Мы любим пророка». Десятки людей, взрослые и дети, приняли участие в мероприятии. Они проделали путь по главным дорогам населенного пункта. Велопробег провели в честь месяца Рабиуль-Аваль, в котором родился пророк. В рамках акции участникам пробега раздали книги от благотворительного фонда «Инсан», избранные эпизоды из жизни пророка. Организаторами велопробега выступили общественные организации «Молодежь Урива» и «Ленинкента» совместно с духовенством поселка. Конечно, то, что всех нас, и молодых, и взрослых, сегодня объединило, это любовь к нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах нас и в день Великого Суда собрал под знаменем Лива-ул-Хамдом нашего любимого пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Всем мира, добра и благополучия.